Всем привет! Все вы видели в Фейсбуке эти картинки, когда перед пешеходным переходом есть трафарет какой-то предупреждающий. И вот Саша Панченко проявил инициативу, и мы сейчас идем делать трафарет безопасности, идем его резать в студии тест, который находится в ПДМ. И Юру надо похвалить. И Юру, Юра вообще будет. Касаться. Юра вообще все сделал. Мы могли не приходить, ему просто рассказать, что надо делать, он бы сам все сделал. А Юра Оленич, большое тебе спасибо, ты молодец. Ты крутой, да, Юра. Мы подобрали аналоги в интернете. Я подготовил эскизы, вот типа таких, которые отправил уже лучшему инженеру-конструктору восточного полушария нашей планеты, моему брату. И он уже вычертил файлы, типа таких, которые читает лазерный ЧПУ в ДДТ. И сегодня самый важный момент всего проекта – реализация. У нас этот переход тестовый, поэтому пробуем и кисточками, и поролоном, и вот просто аэрозольной краской. Посмотрим, как будет лучше. Через недельку посмотрим, какая краска лучше держится. Потому что аэрозольная, конечно, быстрее. Минутка, и все готово. Но есть подозрение, что она будет быстро стираться. Спасибо Део за то, что подогнали нам правильную дорожную краску. И отдельное спасибо моему родному брату, который вычертил для нас два трафарета для ЧПУ. Святослав, давай быстро, не думай. Сегодня мы начали наш проект «Трафарет безопасности», про который мы говорили ранее. В общем, пока все идет достаточно неплохо, но есть определенные косяки, которые нужно дорабатывать. Ну, первый блин, наверное, не комом, а ладушкой. Подожди, я уже сказал, что мы не то что начали, мы его заканчиваем проект. Мы начали, когда Юра вырезал. Начали проект реализовывать. Мы начали проект реализовывать, и вот уже сейчас есть первый результат. Мы находимся возле пешеходного перехода светофора 4-й школы, и здесь получаются очень бомбезные трафаретики безопасности. Мы надеемся, что наш город станет уютнее и безопаснее. Теперь официально этот переход самый безопасный в Славутиче. У нас все правильное, правильные трафареты, правильная краска, руки ровные у нас. Единственный косяк, у нас плохие дороги. Надо весь асфальт переделать на бетонные такие гладенькие дороги. На них трафарет будет перебиваться лучше. Рисуешь, типа ОМОН меня такой пакует, за то, что я стою. Бездетный ОМОН. Да, это сзади нарисуешь, это Кремль такой, и ОМОН горящий. Меня пакует. Горящий. Мы здесь нечаянно узнали, что вот этим квадрокоптером можно вообще на раз отрезать себе пальцы. И видели, как это делается на куске такой сухой травы.
Я знаю технику безопасности как своих три пальца. Поэтому лайфхак для ЖКЦ. Закупаем сотню квадрокоптеров и косим ими город. Качественней и технологичней.